За этим выступлением в прямом эфире следила вся страна. Химчанка Екатерина Кузина представляла Россию на 33-м международном конкурсе исполнителей «Славянский базар» в Витебске. В течение 2 дней талантливые певцы старались покорить жюри своим мастерством. По итогу конкурса Екатерина заняла почетное 2-е место, уступив сопернице всего 1 балл. Это, наверное, самый чудесный фестиваль, в котором я участвовала, потому что в нем было классно все. От организации до самого выступления отношение к участникам было очень теплым, очень дружественным. К нам с трепетом относились. И вообще Беларусь открылась очень теплой страной. И действительно, как братские народы, я это прочувствовала на себе, что это значит. Это участие, наверное, меня еще больше наполнило верой в себя и в то, что я на правильном пути, потому что то, что я слышала от зрителей, то, что я чувствовала от них, это, наверное, самое ценное. В конкурсе участвовали представители Болгарии, Венесуэлы, Испании, Италии, Турции, Хорватии, Чехии. Всего 15 стран. Россиянка с первого дня поразила зрителей и жюри. Ее представление на сцене было ярким и оригинальным. По соседству артистка эта на сцене сияет, словно комета, а голос ее звучит красиво. Екатерина Кузина, Россия! Екатерина, я смотрела прямую трансляцию. Вы очень уверенно держались на сцене. Расскажите, как удалось собраться и так уверенно выступить? Конечно, на сцене я всю свою жизнь, это мой 2-й дом, поэтому волнение присутствовало, оно всегда присутствует. Но моя задача была выйти, все это отставить в сторону и сделать то, что я умею лучше всего, то, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Особенно, когда я видела в толпе российские флаги, которые развивались, которые поддерживали. В первый конкурсный день Екатерина исполнила песню «Колыбельная» под аккомпанемент оркестра. Во 2-й день химчанка представила международный хит, композицию Уитни Хьюстон «I have nothing». Жюри конкурса возглавляла народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева. Она, как и другие члены жюри, высоко оценила выступление российской артистки. Екатерина, помимо почетного серебра, привезла еще и специальный приз. Екатерина, вас отметили несколькими призами, дипломами. Расскажите поподробнее о них. Мне вручили безумно красивую лиру, которую я видела по телевизору, и мне очень хотелось быть ее обладателем. И вот я ее держу в руках. Это, наверное, самый ценный приз, который я буду беречь, сдавать пылинки, потому что это, наверное, та награда, которая говорит о большом труде, о больших вложениях, моральных и физических, не только моих, но и моих близких. А 2-й приз, он был вручен от парламентского собрания Союза Беларуси и России. Мне было очень приятно его получить, потому что это тоже очень значимо. Это скрепляет наш союз между нашими странами. И это тоже один из самых важных призов, которые я буду держать на полке. Ну а сейчас я вам его покажу. Он очень увесист и очень красив. Под мои голубые глаза. График у Екатерины Кузиной очень плотный, расписан каждый день. Уже в ближайшие дни она отправится на выступление в Италию, а затем в Беларусь. Екатерина много гастролирует с концертной программой по городам России. Но основной площадкой остаются Химки, где и живет талантливая певица. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.